чем мы с вами сегодня будем заниматься. Фактически, то, что я сегодня дам, это шоу. Да? Сейчас очень модное направление танцевальное, это Аспани Ракс. Знакомы с таким? Объясняешь, что такое Аспани Ракс, не нужно? Перевод с арабского — это испанский танец. Да? То есть, это арабский танец с элементом испанского. Обычно он модный, поэтому я вставил в него танго аргентинское, европейское, я вставил цыганский танец народный и посадовый. Все знают, что такое, с чем мы знакомы. Да? Вот, поэтому фактически это шоу. У нас танец будет состоять из двух блоков. Первая часть танца — я взял восточную музыку, чтобы дать понять не как постановку, да, чтобы вы ее потом танцевали, хотя ради бога можете танцевать, я не против. Чтобы вы танцевали не как постановку, а чтобы это был как образец. То есть как переработать классическую музыку восточную под Аспани Ракс. А вторая часть урока — это будет почти испанская музыка, но переработана под арабские движения. Да? То есть вот такая клетника бешеная будет. На базе этого вы сможете делать себе шоу-номера с использованием лексики, которую я вам сегодня дам. Да? То есть полет фантазии ваш не ограничен. Сразу говорю, что для этого танца предусматривается громадная широкая юбка где-то в 3-2 солнца. Да? Как минимум в 3, чтобы вы свободно могли собирать юбку над головой, при этом ноги были закрыты. Потом еще по поводу открытых ног. Да? Очень многие конкурсы в регламент ставят условия, то есть не открытый костюм, то есть ноги не должны летать. Если вы используете шоу-танец, да, то очень будет уместно смотреться разрезы на юбке, потому что много будет вот таких полуиспанских маховых движений, ваши ноги, которые, да, лететь в движение, будут смотреться очень интенсивно, очень интересно, очень разнообразно. Понятно? Поэтому костюм здесь полная фантазия. Начнем. Вы уже вышли на сцену. Вышли приблизительно таким шагом, знаете, как будто вот вы не профилировали по мостовой, то есть вы вышли на сцену, да? Я буду одни девочки сегодня, ладно? Так обычно не танцую, но с вами буду, поэтому у меня будет такая, получается, легкая пародия, у вас, естественно, будет все интенсивнее в женском плане, да? Есть, вы вышли, изобразим это двумя шагами. Вот эти ноги, у кого еще увижу, укушу, разверните. Есть, далее вы вытаскиваете свою правую ногу, из правой ноги сбиваете себе юбку в руки. Да, мы начинаем с цыганского танца. Нет, цыганский, да, вот прямо так вот. Халтурно, по-вокзальному, понимаете, да, то есть свободно. Да, потопали, потопали. Рам-та-ка-там-там-там. Та-рам-там-там. Запомнили, да? Да, дальше идет у нас цыганская такая проходка, может, видели, когда они начинают. Эй, бричка, румалы, да, и вот они вот так свободно начинают ходить сюда юбкой. Я убрал отсюда плечи, потому что уж очень получается цыганщина. Да? Вот, я убрал отсюда плечи, но оставил только шахты. Шахты, всем знакомы, что такое гиперпол, да? Математик, да? Вот по этой фигуре мы будем ходить. Есть. Поехали, с правой ноги вы идете. Раз, два, три. Запомнили? Трясь, бум, бам. И потопали. Там-тарадам-там-там-тарадам-там-тарадам. Есть. Теперь проверяем на прочность потолок. Вы должны сделать плея уже в диагональ и вытолкнуться всей стопой, желательно в кольцо, да? Да, желательно в кольцо, но по возможности. Я, например, буратино, у меня спина деревянная, поэтому я прыгаю высоко, но не собираюсь в кольцо. Руки у вас будут находиться в таком испанско-цыганском положении. Вот здесь не нужно делать восток, да? И не закрывайте никогда. Вот ваша позиция, да, первая. Вот она. И эти пальцы. Ап, оп. Понятно. Потопали еще раз. И первый шаг, второй шаг, третий шаг. Ап, оп. Рататам. Рататам, понятно? Да. Это два шага. Два шага. Да, с правой получается разъехался, да? Закрытая позиция, раскрытая. И с этой раскрытой мы делаем поворот шины классическую, да, шины. И в правую сторону на пальцы остались. Раз. И остались на пальце. Остались на пальце, как хотите. Выше стопу. А теперь со всего размаха упасть в правое бедро. И здесь взять пляску. Ага, видите, где у меня корпус? У меня не на ноге корпус, а между ног. То есть вот я не меняю. Ну, только чтобы бедро упали, оп. И такая крупная-крупная. Можно, например, согнуть ноги и еще добавить поп, да, чтобы интенсивнее было. Попробуем?
И там тарадам там 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 там пять клопок. Клопок, да, наверху, и здесь руки раскрываем и падаем. Угу. Нет. Вот здесь. Вот прям развести пальцы до конца. Напрячь пальцы. Да, да, да. Вот такие бальные латиноамериканские руки. Куриная лапа. Да? Знакомо положение? И вот оно у вас будет выворотное. Потопали. И. Ап. 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 Тап. Тап. Так, тап. Там так а там. Паркинсон убрать, расслабиться. Есть? Да. Опять шины, только влево. Раз. И продолжаем. Посмотрите, левая нога продолжает рон. Назад. Нет, назад. Перенести вес тела. Еще раз покажу. Смотрите, девочки. Левая. И рон. И перенести вес тела. Надо к салону, или что? Да, там будет салон. Цыганки, поехали. Дворечка, качанка, и там-там-там. Ап, ап, поворот, ронд. Ап, встали на ногу, да? Здесь собрались, группировались, упали вниз. Угу. И поднялись с красивыми плечами. Вот до этого момента мы с вами попробуем станцевать подсчет подниму. Угу. Готовы? Да. Do you understand? Вот так да, вот так нет. Я сойду. И раз, и два, и три, и там, там. Раз, так, 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 там. Там, так, а там. Так, а так, а там. Понятно, да? Ну, попробуем. Понятно? Значит, посмотрите, давайте я вам счет посчитаю, потому что у вас там... хлопок не попад. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, да. Вот такая. Поднялись, да? Угу. Представили себя на ипподроме. Угу. Вы такие беговые лошади, да? Видели, как лошадь перед стартом бьет копытом. Да, 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 молодец. Первый будет такой разгон. Оп. Стоять, да? То есть острым-острым носком. Такое испанское движение, да? Знаете, такое подбить. Оп. В себя, да? Как кастанет. Ап. Шаг. Вверх. Шаг. Ага. Вот здесь вот такие ноги будут смотреться ужасно. Все стопы доворачивайте. Ну, спина прямая. И. Ап. И. Ап. И. Шаг. Сейчас объясню руки. У вас руки начинают расти в стороны. Да, когда вы делаете прыжок, у вас руки выталкиваются вверх. Угу. Еще раз покажу. И. Раз. И вверх. И. Да-да, я говорил, будем проверять на прочность. Теперь посмотрите, правая нога, которая у вас сзади, вытаскиваем в сторону. Да. Движение рук. И кладем корпус вправо. Ну, все будет гораздо быстрее, чем вы думаете. Мы так уже поняли. Да, и первая часть, гораздо медленнее, чем вторая. И раз, и два, и три, и четыре. Угу. Стоять, посмотрите, без тела на левой ноге. Убирай попу налево. Еще ко мне еще. Еще. Присядь, да, присядь. Да. Есть. Вот здесь нога опорная согнута. Угу. Теперь посмотрите, что я делаю с правой ногой. Я выталкиваю ее в сторону. Угу. Молодцы. Вытолкнули в сторону.
вперед и собрали. Видите, я делаю плие. Да, испанское движение. Оп, поворот. Здесь стоять дальше не будем. Лошадь. Подром. И тык-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 
делаешь щелчок, да? Прикладывание. А! Да? В этот момент нога выходит в карте в сторону. И а! Оп! Угу. Теперь посмотрите, большой широкий шаг влево, выпад. Ап! Да, тоже такое испанское движение. Начнем с лошади. Мы только начали, догоните. И раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два. Ага, Яла, быстрее. Let's go dance. Давайте сначала. И. Поехали. И первый шаг, второй шаг, третий шаг. Вверх, хлоп. Ра-та-там, та-ка-там. Ра-та-там. Да, поворот. Ронд. И упали. Вверх. Вот наши лошади. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Все удары, которые у нас будут, все будут назад так. Посмотрите, вот здесь, да? Три и, да? Здесь будет раз и. То есть все прихлопывания, удары будут назад так. Цыганский танец когда-нибудь танцевали? Да? У них идет качание назад так, да? Рам-та-карам-та-карам-та-карам-та-карам-та-карам. Точно так же и в испанском. Угу. Еще раз. Отсюда, да, да, с лошадок. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и... Теперь посмотрите, все на таком удар мельница. Ой, поворот. Да, смещение оси, то есть вы нос оставляете на зеркало, поворачиваетесь первый раз и второй. Да. Чем ниже, тем красивее. Вот вы взяли разгон и пошли в два поворота. Раз, два. Ага. Вот здесь ноги, здесь будет в морском узле. Раз, два. Вот они в морском узле. Дальше будет шаг инерционный. Дальше шаг инерционный. Вы правую ногу отправляете назад. Да? Посмотрите, как мы ее отправляем. Оп. Тарам-сам. Оп. Да. Еще раз. Еще раз. Вот у вас были в узле, да, после поворота ноги. Вы ее в себя толкаете. Раз. Тарам-там. Раз. Та-там. До этого момента. И подсчет. Да. И... Голубой вагон бежит, качается. Оп! Скорый поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается? Извините, лучше б он тянулся целый год. Катер, катер, дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому. Ага. Пару раз под музыку и все ляжет. Их нужно сделать, ну, хотя бы 12.
я делаю 4, а иногда 3. То есть понятно, чем больше, тем лучше. Да? Вот вы делали первый шаг, 3. Второй шаг, это у нас разгон, препарасьон, и въехали. Рам, там, там, на зеркало, на зеркало, на зеркало, стоп. Да? И обратный будет обоюдный поворот. Так, а там. Угу, понятно? И назад, когда идет. Рам, та-дам, там, рам, там, ра-та-та-та-там, там, рам, там. Ага. Это и есть конец фразы. Вот давайте станцуем. Дальше начнется билиданс, не переживайте. Обращается вокруг вас. Вы останавливаетесь, а ваши три солнца еще забегают сюда. Как только они вас ударили по задней ноге, вы сразу делаете раз, и ваши три солнца долетают еще раз до конца. То есть, да? Здесь танец немножко построен еще и на аксессуаре. В данном случае это юбка. Максимально много, да? Таких акцентов будет 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, уже у вас юбки в руках нет. Вот поворот у вас, вы ее бросили, вы сделали руки. Дальше она нам нужна, поэтому приседаете, берете внизу подол и вставая раскрываете. Угу. Присесть не обязательно вниз в ягодицы, да? Достаточно сделать оп. То есть... Через волну или просто спать? Да? Просто. Угу. Там-там-там. Времени не будет. Еще раз. Да. Повороты. Вот последний поворот. У вас точка правой ногой на зеркало. Этой же ногой вы берете и поворачиваетесь назад. Угу. И здесь у вас идет там, 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 там. Готовы? Ну, потопали. Дальше все пойдет по ногам, очень спокойно. Вот вы взяли свою юбку, и вы показываете себя с левой стороны. Показали, да? Нет, нет, вы уже юбкой закрыли весь корпус, да? Нет, ваша грудь, ваше тело, все должно остаться вне юбки. То есть вы разворачиваетесь в диагональ? Достаточно, да? То есть не уходите вот сюда с юбкой. Угу. Уже, да, образно ее себе представляете? Юбки не танцевал?
как я говорю, обычно я веду мастер-классы в парике и в дамском костюме. Сегодня забыл, да? Это, ну, образно ее представили. И раз, два, и вот посмотрите, да, у вас руки выходят в классическую позицию, и вы уходите в поворот со смещением оси. Посмотрите, как я вращаюсь. Да? Это взято, уже поворот взятый с танго, да? И раз, два, и вот танговский поворот. Там закончить, да? Один, два, в принципе, либо один очень красиво растянуть, потому что с тяжелой юбкой, например, сложно будет сделать два быстрых, а потом несет. Да? И сразу вспоминаем латину. Да? Кто-нибудь, если кто занимался бальным танцем, есть такой шаг ботафога. Знаете, да? То есть там-там-там, там-там-там, да? Есть, вот мы его и вставляем, только без бедер. Там-там-там, там-там-там. При этом представили, да, что вы натягиваете перчатку. Да? Уже юбки у вас в руках нет. И вот такое мягкое движение по руке. Раскрыться сюда, переступить. И раскрыться сюда. Понятно? Еще раз давайте. Уже вы подняли юбку. Оп. Поехали. Вправо, влево. Та-ра-дам-там-там-там-там-там. Влево, вправо. Вперед убежали. Вы знаете, как будто друга старого. Здравствуй! Понятно? Да, ну это я так, шучу образно. И вот вперед. Та-ра-дам-там-там-там-тайрам. Волна последняя, да? Раз, два, три, четыре. Понятно, да? Вот мы бежали, бежали, бежали вперед. И сделали волну. И поворот. Волна, поворот. И здесь будет приставной шаг. Да, просто приставной шаг, дальше сложим. Еще раз схему выучим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Приставной шаг. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Можно его сделать таким образом, либо сделать вибрацию животом, да? То есть живот активный и вот такие мелкие шажочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, поворот, семь, восемь. Прямо на зеркало. И вправо, влево, поворот, ставим. Влево, вправо, вперед, волна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, поворот. Проходку Сахерзаки. Все знают, да? Да, сделали ее вправо и на высоком пальце. При этом руки будут складываться вот в такую позицию, да? И, нет, испанский палец уберите. Мягкая рука. Раз, два, три, четыре. Вот здесь у вас идет выпад вправо и закрыться левой рукой. Да? Такое положение, из него вы будете падать. Еще раз давайте. И вправо, влево, поворот. Поворот, влево, вправо, вперед, волна. Шаг, 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 поворот. 4, 3, 2, 1, там, там. Мне некуда раскрываться. Значит, назад 6, в сторону 4. Да, то есть там будет 6 движений, быстрый поворот. А здесь будет 4 движения, но растянутая волна большая, красивая. Максимально сведите руки вверху, будет очень красивая поза. Да? Думаю, наперед, когда будете танцевать на сцене, очень красиво будет смотреться фотография. Представляете себя, да? В этой позе застывшей, движение. Ничего страшного, убей. И поехали. Поехали. Вправо, влево, поворот, поворот. Влево, вправо, вперед, волна. Раз, два, три. 4, 5, 6, поворот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До этого момента попробуем поднуть? Да. Хорошо. Быстро. Быстро. Будет быстро. Я обещал. We'll be right back.
Получилось? Да. Отлично. Поехали дальше. Посмотрите, вот вы добежали, у вас большой выпад вправо. Закрылись левой рукой. И из этого положения вы делаете движение вверх. Подняться. Ага, вверх. Подтягиваем, да? Да, подтягиваясь полностью на полупальчик. Чем выше, тем лучше. Но корпус вытягиваете постепенно. То есть вы сделали там, да? То есть вот такое движение. Нет. Не делайте, не делите, не делайте резко. Не делайте акцентов. Правая, левая. И вот у вас там-тара-там. Видите, я корпус еще оставляю. Движение это будет медленный подъем. Там-тара-дам, там-там. Та-дам. Да? Нет, посмотрите, к себе, прогнуться, стоять, Леша, стоять, ногу вытянуть и на нее же упасть вперед. Ну, давайте свяжем с последними поворотами, И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сделали широкий шаг? Попробуем под музыку вот с вот этим широким шагом. Смотрите,
иногда вот есть такая грубая ошибка, это когда шея остается впереди, да, а спинка ровненькая. Так вот шея — это продолжение позвоночника. Тогда у вас, когда шея находится на одной линии с позвоночником, у вас будет идеальная ось. Затем носок большой. Да. Чтобы не валиться с высокого пальца, вы должны втянуть в себя ахилл. Вот как будто, знаете, он у вас очень длинный, такой ахилл, знаете, да? Теперь вы моя жертва. Представьте, что он у вас очень длинный. Вот вы вот здесь разрезали ногу, подтянули его и завязали на узелок, и все, и она вот такая. То есть держать себя в повороте не стопой, не мышцами, стоп, а именно собранным ахиллом. То есть взяли его в узелок зажали. И зажали. Да, и тогда у вас вращение будет четко-четко, как циркуль. Как будто у вас ноги металлические, вы никогда не свалитесь. И не ломайте ось. Угу. Сначала и дальше. Красиво и выгодно смотреться.
всегда некрасиво и невыгодно смотрится слабый подъем из выпада. Да? Это все равно вот как сесть на шпагат. Как бы в танец шпагат, если он у вас есть, очень просто вставить, да, если вы доставите сами себе танцы. Крязь и села, да? Очень медленно можно красиво. А вот как из этой крокозябры выйти? Вот это обычно проблема, да? Собрать ноги или еще как-то. Вот точно такой же элемент, такой коварный, как выпад, да? То есть очень ограниченное количество движений, как из него красиво выйти. А помните, чтобы танец был доработан, органичный, красив, вы должны знать, где вы движение начинаете, где вы его закончите, в какой позе. Иначе это будет вот так, да? То есть, например, можно сделать раз, два, три, четыре, законченное движение. Можно сделать раз, два, три, четыре, да? Движение будет грязь в танце, как неаккуратный почерк. Вот точно так же здесь. Вы вывалились на ногу, да? Поэтому соберитесь с этого положения так же быстро, сгруппируйтесь, как вы в него вошли. Иначе это будет... И непонятно, что ложилось, да? То есть сразу раз, собрали диафрагму в кулак, и вас прям вытолкнет, как в воде. Вас вытолкнет вверх. Подъем через диафрагму, да? Не пытайтесь вот в этом положении разгибать ногу, толкать шею вперед. Последствия просто шедевр. Посмотрите, да? Вот если я начну разгибать ногу и пытаться выйти посредством ноги силой, да? То есть мы сразу будем задействовать самое крупное тело наше. Анатомически будет задействовать крупные мышцы. Что? Это попа, это нога. И вот так вот вы будете выползать. Да? Или шеей. Это еще хуже. Да? Только диафрагма. Вот вы легли, диафрагму в кулак соберите. Оп! Видите, вас сразу поднимет. Пресс тоже мощно. Да? Оп! Сразу. А потом уже дотягивайте ноги, пальцы, руки, голову и так далее. Уши. Do you understand me, girl? Поехали. И вот у вас up, tap, 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 up, up, tap, ракатакатам, там, там. Есть, поплыли. Знакомо, да? Назад, назад, вот так мы быстро, 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 быстро. Попой, левой ногой падаем назад и делаем прогиб. Еще один хрест. Ой, понятно, да? Да, да. Чем ниже, тем лучше. Хрест. Запомнили? Хрест? Конечно. Но вот здесь должен быть именно такой хрест, если у вас природа есть такая хорошая, да? То есть вы должны сделать бум, чтобы ваш волос прям рассыпался. Ага. Вот это красиво. То есть я эту картинку себе уже нарисовал. Давайте по музыку дальше. Вот чего? Мы не успеем. Мы еще первую часть не закончили, а у нас еще пора. Там, да? С вот таким напором. Да.
без прыжковой части, а на полусобранной ноге. Видите? Вперед. Да, да, да. Только не грудью, иначе будет агрессивно. Будет вот так. А бедро. А бедро. Наступать попой. Тяжелой артиллерией. Так, так, так. Да, хоть стреляйте. Я не помню, сколько там шагов. 6 или 4. Ага. Дальше что вы делаете? Смотрите. Вы делаете шаг, шаг, а. А, вот такие руки. Олень. О, оленья дом большой. Да. И вот вы бежали. Там, 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 там. Угу. Понятно? Поворот, девочки. Поворот. Собрались и пошли. Там, 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 там. Ага. Давайте под музыку вам посчитать, сколько шагов. Там, 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 там,
там правой, левой поворот. Еще раз объясню. Я сам не помню. Не переживайте. Сейчас с вами выучу. Уходим далеко в левую диагональ. Там, там. И вот сюда перешли. Там, там. Ой, грудь дайте. Там. Ой, говори же, забыл женский костюм. Вот здесь мне нужно там, там, там. Сильно-сильно. Первые два ряда должно сквозняком сесть. Там, там, там. И сразу. Там, там, там. Там, там, там. Там, там. Поворот. Ага. Сшими.
сделаю на зеркало. Посмотрите, что я делаю. Делаю легкую волну. Раз, два, три. Да, тройной шаг, вы его все знаете. Нет, без груди, без груди. Только бедра, только бедра. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Попробуем под музыку, чтобы вы вошли в ритм. Поворот.
удар, там. Давайте сначала, да? А я аплодирую. Я подскажу, не переживайте. Вверх.
Теперь посмотрите движение ноги. Я ногу ломаю специально, да? Я специально вот такую делаю некрасивую ногу. Я ломаю ногу, ломаю сам и раскрываюсь в открытие. Да? В раскрытие такое. Прие, да? При этом я руками делаю то же самое. Я ломаю руку и раскрываюсь через плечо в сторону. Угу. Да, вот здесь такие вот. Объясню. Вот вы тряслись, вот ваши руки. Раз, два. Я вам расскажу принцип фламенко, да, как вращают кисти. К себе, от себя. При этом должен быть большой, полный круг. Начинаете кулаком, затем, да, можно через палец, через мизинец, через средний палец, через указательный палец. Вот эти вращения очень интенсивны. Вот что вы делаете. К себе, от себя. И раскрыться. Угу. Понятно? Тара-тара-тара-тара-тара-тара-там-там-там-така-там. Нога. Там. Там-там. А! Да, угадала. Раз. И там-така-там. Така. Ага, дробей будет много. Но это не дроби, а так, очень-очень утрированно. Рам така там така там така 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 там така там там. Ага. Понятно? Пока схема. Я понимаю, музыку еще не легло, потому что вы ее не слышали. Тряска. Сломаться. Ап 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 ап. Там там. Умница. Молодец. Есть. Вас не видел еще. Готовы, да? Потому что дальше пойдет довольно-таки
вращенный ритм. То есть так, та-там, 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 поворот, шинель. Ап и встать. Угу. Понятно? Здесь руки. Вниз, вниз до пола. Смотрите, как ко мне нога, да? Вниз до пола. И назад опять бисер. Желательно на тряске. Назад, поворот. Ап, взгляд. Только взгляд. Девочки, посмотрите, никогда не делайте вот так. Да? Точно. Не старайтесь резко, потому что получается вот такой мандраж. Просто взгляд. То есть там. Все. Ага. Вот, молодец. То есть резкий, жесткий взгляд. Еще раз фламенко части. Там дроби никаких сложных не вытолкнешь,
я взял вот самый примитивный шаг. Да? Там, тра-та, там, тра-та, там, тра-та, там, 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 там. Понятно, да? Самый простой. Вот чего мы с вами делаем. Вы сделали волна, волна, волна. Перенесли опять раскрытие. Там, тра-та, там, тра-та, там, тра-та, там, тра-та, там. Еще раз. Есть. Там, 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 тра-та, там, тра-та, там, тра-та, там, там, там. Руки здесь, здесь, вот такие, да, вот. Пальцы, все, все раскрыто. Там, 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 и там, тра-та.
там, так, так, там, так, так, там. Поворот, шаг. И освобождаю правую ногу. Посмотрите дальше, какая будет схема. Выпад, 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 два поворота. Там, 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 выпад, 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 там, там, там. Понятно? Теперь посмотрите, что делать руками. Выпад, 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 там, 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 выпад. Ага. Теперь сделали то же самое, только по кругу с дробей. И ач-тач-тач, 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 ач-тач. Там-там, там-там-там-там. Готовы? Максимально в угол, а потом по кругу до центра. По кругу пошире рисуйте, чтобы вы друг друга не убили. И вот такая рука, да? Локти назад, грудь колесом, нос вверх. Ам, 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 там, 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 ам, там, 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 ам. Убились? Пошли пешком. Учимся ходить по кругу. Нормально. Раз, два, три. Поворот, пошли. Раз, два, три. Поворот, поворот. Раз, два, три. Поворот, поворот. Вот здесь на поворотах, дело в том, что не держа ось, вас будет уносить. Качественные повороты, друг друга не убьете. С быстрой части. А вы тоже с дроби, да? Да. Показываю, вот здесь будет нереально. Рот и упасть в ногу. Там. Так, сейчас я там. Пойду. Я тебе пойду. Там. Ага, три. Трам-та, 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 та. Вот здесь ваш шикарный пробег. Вперед. Сбросить волосы, раскрыться. Молодец, ты поднимайся, поднимайся, раскрывайся, умница. Сейчас надену парик, покажу. Да, вот здесь с волосом. Там. Ага. И раз, два, три. Там. И левая. Раз, два, три. Там. Ага. Запах еще раз. Правая. Трам-та-та-трам-та-та-трам-та-та-трам-та-та-трам-та-та-трам-та-та-трам-та. Поехали с правой ноги. Там, 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 там. Получилось, да? Да. Теперь очень-очень такие вот шаги, понимаете, затяжные. Раунд, раунд, там, 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 поворот вот такой. Да, со смещенной осью, молодец. То есть вытянуться, повернуться. И точно так же влево. Там, 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 там. Ага. С быстрой части. Раз.
два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага, входим на финал. Входим на финал. Там.
побежали на центр, закрыли руки, сделали шаг назад, подняли голову, пустили руку. Там.
хвататься.